Якутия вошла в Книгу рекордов России. Пекари Немигюнского хлебозавода испекли самый большой кулич в стране весом в 1 тонну 100 килограмм. Для приготовления гигантского кулича ушло примерно 2000 яиц, 500 килограмм муки, 120 килограмм сахара, 20 килограмм изюма и 10 килограмм цуката. Чтобы сделать такое огромное угощение, понадобилось 3 дня. В прошлом году вес кулича составил более 400 килограмм. В этот раз гипермаркет «Айгуль» совместно с Немигюнским хлебозаводом пошли на рекорд. Для фиксирования рекорда в Якутск пригласили эксперта. Он отметил, что якутский кулич стал самым большим в истории. Столица республики таким образом обошла Москву, где ранее испекли сдобу 800 килограммов. По традиции кулич осветили священной водой и прозвучали торжественные пасхальные песнопения. Таким образом, в день Пасхи жители и гости Якутска смогли полакомиться ароматным, вкусным и рекордно большим куличом. Во-первых, хочу сказать благодарность компании «Айгуль» за предоставленную возможность испечь кулич. Кулич – это единственное хлебобулочное изделие, в котором используется сразу два способа разрыхления теста. Это механические разрыхления яиц и биологические дрожжи. Это сложное изделие, долго бродит, очень долго растаивается тестовая заготовка. Это, тем более, испечь целую тонну – это большая работа. Поэтому хочу выразить благодарность нашим работникам Немигюнского хлебозавода, в частности, Алексееву Спартаку, Гаврилевой Агате, Степанову Станиславу и всем остальным за слаженную работу всей команды, в результате которой мы сделали такое огромное угощение.